свекла 95Т, 3 морковка тоже, лук 1,05. Так, а картошка у нас по 1 лари килограмм. Баклажаны 1 лари, кабачки 1,30, перцы 1,90 и 1,60. Шампиньоны 6 лари, шампиньончики хорошие. Помидоры есть по 90 тетри и есть по 1 лари такие. Тыква 1,20, 1,30, а это 4. Ну это сорт какой-то, наверное. Да. Вот есть еще по 1,20. Красиво. Есть по лари 50. И давай спросим, что это такое-то. Это тыква, да? Так, виноград 2,50. 2,90. Бананы 3,80. Груши 2 и 2,50. Есть по 3 лари и 2 лари. А киви? Не вижу цены на киви. Слива 1,70. Хурма 2 лари стоит. Вся зелень по 5 лари за килограмм. Орехи 7,50. Да? Хватит, хватит. Да. Олег Леонидович решил взять зеленые помидоры, они стоят лар 20. Будет... 20? Угу. Я видел. Ну вон на коробке, да? Написано. Будет что-то из них готовить. Масло ароматное по 9 лари, да, и большая бутылка 13,50. Ну, оно вкусное. Так, а какие пиццы? Зимой хочешь себе порыть? Нет, чтобы мы зарезали все. Хочу подумать. Вот так, одни сидят там, полезно, смотри, да? На мальчик. Сколько там килограмм? Наверное, 13-12. А что будет стоить? Все, а честный парень, честный пиццы. Баран, хочешь за 200 дам? Ну, понятно. Такого, да? Молодой немножко дорого стоит. 20 баллари. Сколько ему? Когда родился? Ну, 6 месяцев. Молодой, да? Полгода. А это? Это год больше. Давай, подожди. Вот, видишь, это маленьких молоденького барашку, который там месяцев 6. Они продают порядка, ну, 230 лари, 250-230, ну, можно поторговаться еще. А который годовалый, там и килограмм 20 в нем веса будет, он говорит, за 180, говорит, отдам. Хорошая цена. Вот, да, ну, нормально. Ну, а те мне ребята сказали 150, говорит, 180, ну, примерно так и получилось. Нормально, ну, что, купим на следующей недельке.